Депутаты Сейма на бюджетной комиссии парламента буквально засыпали вопросами новое руководство Парексбанка. Ведь уже 8 месяцев, как банк находится в руках государства, а за все его проблемы расплачиваются налогоплательщики. Народных избранников интересовало буквально все. Когда будут выплачены синдицированные кредиты банка? Из каких это будет делаться средств? Может ли государство потерять деньги при возможной продаже банка? Что сейчас лучше для страны – банкротство Парекса или выплата компенсаций вкладчикам? К тому же депутатов волновало, что до сих пор бывшие владельцы банка Валерий Каргин и Виктор Красовицкий получают более 9% годовых со своих 63 миллионов латов, лежащих на депозитах в Парексе. Почему бывшим акционерам платятся столь большие проценты? Меня это интересует, потому что их платит латвийское государство. Ну и о процентных выплатах бывшим акционерам. Это связано со сменой руководства банка, и нам еще предстоит установить эту связь. Могу дать слово своим коллегам, кто был на той встрече и непосредственно участвовал в процессе продажи банка. Впрочем, желающих пояснить, почему бывшие владельцы банка ежемесячно получают 200 тысяч латов в виде дивидендов, сегодня не нашлось. Почему бывшие акционеры должны, ну, как бы, получать такой огромный доход, за что мы все платим? Я затрудняюсь ответить на вопрос, почему так происходит. Эти те объяснения, которые мы продолжаем выпрашивать у всех институций, которые были ответственны в процессе принятия банка, в процессе составления такого договора, на основе какого, на которого были куплены эти акции государством. В прошлом году суммарные убытки Парексбанка составили 124 миллиона латов. В первом квартале нынешнего года его потери пока только 7 миллионов латов. Впрочем, специалисты по надзору за рынком финансов и капитала уверены, что банк стабилен и ему ничего не грозит. Я думаю, что сейчас самое главное – это будущее развитие Парексбанка. Нет ничего важнее в настоящий момент – скорейшей продажи этого учреждения, чтобы латвийскому государству не надо было вкладывать в него дополнительный капитал. Сейчас на депозитах банка хранится 640 миллионов латов государственных денег. Депутаты сетовали, что этими средствами наша страна в столь тяжелое время могла бы распорядиться более удачно. В настоящее время более 600 миллионов латов вложены в банк. И, как я говорил раньше, за эти деньги мы государству платим проценты. Каждый месяц в размере 5 миллионов латов. Государство не вставляло денег собственных в Парексбанк, а одалживало, против имея кредитные портфели. Довольно-то обеспеченные, меньше обеспеченные, но все-таки там есть кредитные портфели, к которым можно обратиться с претензиями государства. Эти деньги банк планирует вернуть государству в течение ближайших 5 лет. А уже к концу этого месяца Парекс намеревается уладить вопрос с продажей 25% своих акций Европейскому банку реконструкции и развития. Даниил Смирнов, Отто Айлс, телекомпания ТВ5.